Рисковые дамы в Голливуде обрезали челки. Челка мало кому идет. Зато теперь можно различить двух сестер супермоделей Беллу и Джиджи Хадид. Белла с челкой. Челка делает смешнее и моложе. 26-летний Майли Сайрус снова 16. А 45-летняя Хайди Клум теперь ровесница своего возлюбленного, 29-летнего немецкого музыканта Тома Каулица. Виктория Бекхэм устроила девичник, а от нечего делать с подругами подстригла челку дочери Харпер. Новая прическа Харпер сразу вызвала недовольство модной фурии Анны Винтур. Они оказались похожи. Теперь Харпер спасает жуткий ободок, иначе гулять в ветреную погоду невозможно. Шарлиз Терон этой весной брюнетка, еще и с каре. Удивительно, но брюнеткой она стала мягче. Для меня она самая прекрасная на свете. Тут наши мнения расходятся. Джулия Робертс укоротила волосы и поменяла гардероб к этой весне. Да что вы говорите? Можно не стричься, но внести кое-что новенькое. Вот так развлекается со стилистами звезда фильма «Красота по-американски» Мена Сувари. А Наоми Кэмпбелл и вовсе шокировала новой прической. Оказалось, это парик. Наоми изменила своему стилю только на один вечер.